Мур, привет, друг, это Зверько, и это будет несколько необычный выпуск. Как ты знаешь, если смотришь меня, я делаю прогнозы, но не высказываю личного отношения к концепту героя, его геймплею, чтобы не влиять на твое мнение. Но от этого реворка у меня просто разорвало, что я не могу удержаться. А теперь я расскажу, почему я не люблю большинство моб. Очень часто в них навыки в героев напиханы абы как, и не подходят под концепт героя, под какую-то комбинацию или представляют собой максимально унылое зрелище. И вот, нам с тобой, бывалым игрокам, выкатили реворк Валира, зацени. Пассивка. Каждый раз, повреждая врага магией, Валир поджигает его, нанося 0,8% от максимальных хп цели. Урон магический, горение длится 3 секунды. Над противником появляется метка огня. Когда она стакается 3 раза от урона навыками Валира, происходит взрыв в 8% от максимальной хп цели, урон тоже магический, и происходит стан 1 секунду. Но одну и ту же цель можно так оглушать не чаще, чем раз в 7 секунд. То есть ты должен трижды попасть навыками, у которых урон не гарантированный, чтобы оглушить цель на 1 секунду. И все. А урон от горения не чистый, а магический, поэтому даже эти крохи срезаются магическим сопротивлением. Дальше. Первый навык – фаербол. Серьезно, просто, тупо фаербол. Стакается до 2 зарядов и мгновенно перезаряжается при попадании по цели. А под ультой увеличивается урон и область поражения. И все. И все! Второй навык – волна вперед с отталкиванием, как сейчас, но под ультой она в конце пути ставит стенку, которая немного наносит урон, но позволяет быстрее настакать оглушение для пассивки. Урон вообще не серьезный, КД ощутимое. Ну и ульта. Валир призывает 6 огненных снарядов, которые усиливают заклинания по урону и свойствам, которые я уже описал. Также Валир получает ускорение бега на 60% в течение 3 секунд. Все. Вот серьезно, это все. У тебя два навыка, которые откровенно тупые. Выстрел вперед и широкий выстрел вперед. И бегай с ними всю игру, изредка усиливая себя ультой. Какая бездарность это все придумывала. Ведь реализовали до тестового, никто не сказал ему. Ты что, дурак, блядь? Играть им невероятно скучно и тупо. Похоже, кто-то в Китае закрыл приказ об устройстве в компанию умственно неполноценного и дал ему задачу разработать реворк Валира. Как хорошо, что я не картавлю. На этом я заканчиваю этот позитивный обзор. Извините те, кто привык к веселой подаче. Как всегда, подписывайтесь и ставьте лапки. Скоро переведу обнову. Удачи, друг! Смерть, смерть, тупый яд, а так ушел, мертвый отряд.